Дорогие друзья, с вами мистер Ник. Сегодня я делаю обзор на заработок в интернете, просто в игру, и как бы раскручивайтесь в ней, вам за это будут платить деньги. Игра называется Golden Mines. Вот, что нам надо делать? Вы зарегистрировались, заходите сразу вот сейчас. У вас появляется страничка профиля вашего, вот тут вот. Что у вас тут все написано, сколько рублей вывел, сколько все это, все операции. Вот, вы заходите в ежедневный бонус, вот здесь находится. Нажимаете получить бонус. И получаете бонус от 10 до 100 золотых. Далее, когда у вас будет хотя бы 100 золотых, вы можете купить гнома. Вот тут есть за 100 золотых, за 1000, за 5000, за 25 тысяч, за 100 тысяч. И, соответственно, чем больше гном, тем больше руды он вам приносит. Так, для чего нужна руда? Заходите на склад руды, и после того, как он вам ее сделал, смотрите, что у вас тут есть руда. Нажимаете «Отнести на склад». Потом заходите в «Переработка руды». И вот, видите, у нас тут 556 этих золотых будет, так как, вот, например, за 100 единиц дают одну золотую. Вот тут вы можете вот это вот все прочитать. Ну, я уже это все знаю. Нажимаете «Переработать все». И вот у вас переработано 55 тысяч. Ну, это у меня 55 тысяч руды. И, ну, на сумму 557 золотых. Что вы можете с этими деньгами сделать? Можете нажать «Заказать выплату». И вот я вывожу в Payeer. И вывести деньги. Например, давайте выведем 10 рублей. Так, это 1000 монет, 10 рублей. Заказать выплату. Сейчас, вот. У нас выплачено все. Итак, чтобы побыстрее прокачаться в этой игре, и можно, знаете, как делать. Вывели 10 рублей, их ввели обратно, так как тут бонусы пока что есть. Вот при пополнении баланса вам дают, вот, например, пополнили на 100 рублей, должны дать 10 тысяч, дают еще 10 тысяч подарок. В итоге 20 тысяч за 100 рублей. Вот, вы можете так раскручиваться, пока есть скидка. И на эти деньги, которые вы пополнили, покупать гномов, там все дела. Вот сейчас можете посмотреть, сколько у меня гномов этих. Их у меня уже тут так много будет. Вот, 109 малышей и 16 студентов. Пока что я еще не сильно прокачался, но где-то рублей 10-15 в день вывести могу. Так, давайте можно тут посмотреть выплаты вообще, какие выплачивают люди. И это тут показывают выплаты за последние 2 дня. Вот, смотрим, тут 10 рублей это мы вывели, потом 80 рублей, 255 рублей. 249, вот, короче, вот, если по максималкам смотреть, вот, 519, вот. Тут я видел, выводили по 4000, по 5000 выводили. В общем, много тут бывает, если, долго играть. 300 рублей вывели, 600. Так. Вроде тут больше таких крупных денег нету. Ну, и это, и 600 тоже не совсем крупные. Но, в принципе, никому человеку не помешает, например, лишних рублей 100 на кошельке электронном. Вот 900 рублей. Так. Вот 1600 рублей чувак вывел какой-то. Ну, в принципе, вот вы видите, да, что зарабатывать можно так нормально, ежедневно, чтобы... Считайте, мне вот это уходит приблизительно минуты 3-4 в день. И мне всего хватает. Ссылку я на этот сайт могу вам оставлю вам в описании. Если я вам чем-то помог, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Такие видео могут выходить почаще по вашим просьбам. Итак, с вами был мистер Ник. На этом все. Всем удачи и всем пока.